Так, кстати, кто там что говорил? Фэше, не фэше. Вот вам, пожалуйста, без фэше. Вот у меня вот такая вот нога. И вот эта вот, кстати, бугристость, она не пройдет. Вот это вот будет убираться только операцией. К сожалению, к огромному моему. Вот, видите уже как. Ну, то есть это я могу вот подтягивать. Понимаете? Но при этом вот видите, какая стройная лань. Кстати, лайфхак. У меня трусы превратились в элегантные шорты. Потому что я стала худее. Тоже сын смеется. Вот как-то вот, в общем, так. И вы мне хотите сказать, что я типа не похудела? Ну, сейчас серьезно. У меня один вот недостаток есть. Это живот, который тоже никогда не уйдет. Короче, буду обрезать руки. Привет, сынок, ты в кадр пришел ко мне. Животик. Ножки. Ну, естественно, тетяу подтянуть. Ставить имплант, все дела. Вот как-то так. Без фильтров, кстати, хейтеры. На сегодня, конечно же, у нас, сами понимаете, что можем себе позволить.